Приветствую вас, любители ночного рейсинга. Новый Need for Speed вышел аж через 2 года после Need for Speed Rivals, который, кстати, тоже есть на канале. И сколько бы я ни говорил то, что я сраный нубас и у меня кривые руки, все равно найдется тот, кто скажет, мол, ты кривой нубас и у тебя полные дебильные руки. Я, по-моему, сейчас что-то где-то налажал, да? Но в любом случае, это Need for Speed на PlayStation 4, поехали. Full HD, 1080p, да? 1080p не будет, рекордер у меня не поддерживает запись. Я даже говорить ничего не буду по поводу этой игры, потому что опять скажут, чё ты говоришь так много перед прохождением? Перемотать, хотя есть перемотка, и как бы это не стрим, и как бы можно перемотать, но, видимо, люди не знают, что такое перемотка, поэтому мне страшно, и я сразу запустил игру. Все равно тут будет 1050, примерно... потрясающих заставок. Все, что увидите в этой игре, представлено исключительно для развлекательных целей. No shit! Пойду на Формулу 1 завтра уже участвовать во всех возможных перипетиях событий. Так вот, я человек, который не играет толком. А может, ты в жопу пойдешь? У меня все есть. Ты шутишь. Electronic Arts, иди нахер! Я, твою мать, только что купил сраный PlayStation Plus, и ты не работаешь. Seriously? Не надо так со мной, пожалуйста. Я 450 рублей просрал на абсолютно невменяемую, ненужную мне подписку. 450 рублей. Фух, слава яйцам, это работает. Спасибо, Electronic Arts. Даже если вы захотите от меня двойню и заберете их во имя сатаны, я вам отдам. Потому что дети — это зло. Ты еще Need for Speed Network загружаешь? Нет, я просто, понимаете, да? Я как бы игру пришел, засунул и... Оу, босс так быстро загрузилась. Окей, мой NFS, хорошо. Так, что тут есть? Во-первых, что мы делаем изначально, чтобы меня не поймел YouTube? Во-первых, мы делаем так, настройки звука. Домашний кинотеатр. Какой домашний кинотеатр? Я в наушниках сижу, чтобы вы не... Во, вот делаем так, громкость музыки. Мы не до конца снижаем, но снижаем мы относительно. Так, хорошо. Это мы сделали. Это мы субтитры включим, естественно, километры в час, интерфейс на снимках. Я не знаю, что это такое. Так, как понимаете, только засунул диск в PlayStation 4 и поехал. Я знаю то, что вы, наверное, много чего из этого видели в бета-версии. Но я открою вам секрет, что бета-версию, которая была на PlayStation 4, нельзя было выкладывать на YouTube. Поэтому те, кто выложили, это унылые говные жопы, если честно. Скрытые предметы. Что есть скрытые? Нет, нету скрытых предметов. The fuck? Окей, ладно, неважно. Хорошо, знакомые игроки. Что там по знакомым игрокам? Кстати, кто там? Хераси, 18-й левел? Понятно. То есть тут еще друзья друзей. Понятно, ежедневные задачи. Что у нас по ежедневным задачам? Нужно завершить вступление. Хорошо, мой NFS. Что тут на моем NFS? Прогресс. Что тут есть? Скорость и нарушение. Команда. Сейчас мы уже игру запустим. Трофеи. Подожди, трофеи — это трофеи или трофеи — это... Нет, скорее всего, трофеи — это внутриигровые трофеи, а не... Понятно, какие трофеи. На Кайсан мне какой-то пишет. Спасибо. Так, снимки. BMW M3 GTR. Что это такое самое популярное? Вау, тут уже 101 лайк. Победитель прошлой недели. Игра только вышла. Ну ладно, играть. Need for Speed Network ответит на звонок. Тормоз. Я вообще хз. Разгон. Самое главное, где... Где разгон? Все, это все, что мне нужно. А чё ручной тормоз на квадратике, а не на иксе? Эй. Пригласить команду, ручной тормоз. Понятно. Как бы игра намекает, то что команду лучше не приглашать, а то мало ли. Чё с командой может быть? Пропустить трек. Хорошо. Удерживать левый стик и левый стик, бедняжка. Ты мне уже отхерачился. По крайней мере, у первой ревизии геймпадов PlayStation 4 у них стики немножечко недолговечные, потому что у них вот прорезиненная поверхность, и она отслаивается. Ну, это я так, тут левый стик нажать. Так вот, Need for Speed Rivals есть на канале, пока игра загружается, я могу... это Frostbite Engine. Скажите спасибо, что в принципе загружается. Можно сказать, наверное, парочку слов о тех играх. Да я, по-моему, во все игры Need for Speed играл. И в первый играл, нет, во второй не играл. Третий играл, в пятый.
Underground. Underground 2. Most Wanted — это вообще best игра ever. Ладно, давай, Electronic Arts, удивляй. Удиви меня. Давай. Давай, секси. Секси, ты сможешь. Оу, щит, там рыпак играет. О, нет, только не рыпак. Тут, кстати, обещали увлекательный сюжет. Вот это было круто! О, черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты че, я на устал. Что происходит здесь, боже ты мой? Лузер! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Если бы тут были сиськи, я пришел. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться, серьезно. No shit. Апгрейды, короче. Я спай! Увидимся там, да? Не нравится, как среди любителей тачек все так легко, знаешь? О, приходи сюда, все нормально, брателло! Ай-йо! Ты придешь в какой-нибудь, знаете, район в Химках и такой спрашиваешь у любителя тачек, мол, а где тут можешь заапгрейдить что-то? И тебе, знаешь, так в харю сюда иди, пошел вон отсюда, скажут. Вступление, окей. Встретиться с Пайком в клубе. Оу, щет, можно ехать? Можно ехать? Господи, на чем я еду? Думал, напишу тебе в Бла. В Бла? Уже чимит я. Окей. Никаких фильтров! Я вижу сраное мыло на экране. Убей себя в стену. Мыло называется. Короче, вот ссылка, глянь на карту. Ладно, там увидимся. Вот ссылка, чмоки-чмоки. Чмавки тебе в пупик. Хорошо, а может быть мы начали бы с гонки? Ага, я понял, как камеру назад поворачивать, представляете, да? Правый стик назад повернуть. Подождите, подождите, я должен проверить, я должен проверить! Я должен проверить! Все-таки можно разбиться, окей. Не, ну пока ничего важного, я разбился, чего уж подумаешь. Да я понял, понял, понял. Я спасибо, я знаю, я просто дебил. Все-таки можно разбиться, я думал, что сейчас опять утюг въедет куда-то. Хорошо, я пока что, не, я чувствую просто утюг на дороге. А, даже в GTA лучше физика. Ну, пока это пока что, но я чувствую утюг, если честно, на дороге. Повышаю грипп до максимума, до сцепления гладких повор... Что? Грипп? Ты либо наркоман, либо ты необразованный мальчишка. Господи, я вот на эту девочку смотрю, и такое чувство, что ей нужно домой учить обществознание. Вот это, которая была вон, вон там, да. EA гей! Ой, в смысле, простите, спор... А, нет, подождите, просто EA. Ghost! Call of Duty Ghost! Вам всем нужно учить обществознание! Пошли вон отсюда, а! Гамадрилы! Пришли они тоже, ё-моё! Вот тебя я где-то видел, вот ты! Вот ты, ты в Walking Dead снимался, одним зомби был, я уверен. Need for Speed! Двоеточие, больше ничего, потому что мы даже не можем придумать подназвание для названия игры. Все будут думать, что это оригинальный Need for Speed, все такие... Оу, щет, это Need for Speed 95-го года! Лучше... игра на свете! Need for Speed первый вообще был не об этом, ну да ладно. Почему бы им было честно не назвать эту игру Underground 3? Ну мы же все с вами видим, чем на... Underground 3... Нет, лучше Carbon 2. Это больше похоже на Carbon 2, если честно, пока что. О, старик, вот и ты! А вот и зеленый экран сзади! Круто! Тут сегодня такие люди собрались. Ага. Пошли, покажу тебе своих, давай. Давай, давай! Давай! О, привет, рада тебя видеть! Какая актерская игра! И этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по берегу. Да, я влетел в стену! Вообще-то! Звучит симпатично. Со скоростью 150 метров в час. Метров в час? Метров в секунду. Робин, удачи в начинании. Вам же всем насрать на сюжет, да, я полагаю? Знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти не поедет. Оу, щет, там сейчас Вин Дизель такой. Когда-то я был Риддиком, а потом я стал не Риддиком. Привет, Эймс. Да я не толстый. У меня отличная прессуха, смотрите. И такой пуз, знаешь, торчит на фотке. Я знаю, что я должен заткнуться, но, блин, ну всем же насрать. Тачки не настоящие! Тут тебе кое-кого привел. Там вправо видно, что они настоящие. Я бы видел этого парня. Вводит, просто крышу сносит.
Опа. Да на тебя срослась. Внимание и... Точняк, это да. Бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал. Идем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. А где Ice Cube? У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Почему ты так стереотипно выглядишь? Механика в это, в бейсболке и такой качок. Господи, они такие ненастоящие. Посмотрите, как они ужасно вписываются в интерьер. Я даже не знаю. А можно их посмотреть? О, бай гад. Subaru BRZ Premium 2000. Вау, я даже не знаю, как выбрать. Я хуниган. У вас опять все плохо с этим. С произношением. Я даже не знаю, кто какую выберет. Вот, знаете, Ford Mustang выглядит так же, как машина моего дяди. В 95-м году я лучше бы Волгу взял. Слушайте, я даже не знаю, что выбирать. Я мучаюсь между вот этими двумя. Вот, все знали, что я выберу Subaru. По крайней мере, она выглядит няшно. Ну, блин, это же девочки смотрят в основном. Теперь ты в клане, братец. Забирай. Крутая, правда? Ну, Джеймс, я всего-то послушаю. Я на такое количество денег смогу только в Макдональдс ходить. Здорово. Пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, ну. Я ж сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков. Так что... Правда? Вот так, да? Чего у вас есть стереотипная баба-механик? Где вы видели на самом деле в реальном мире бабу-механик, а? Вот. Столько баб-механиков. Ой, ну это ж совсем другое дело. Я заплачу, это... Что ты написал? Я такого читать не буду. Куртка тысячу баксов стоит. Мат сразу. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. Давай. Чё там у вас? Вышки надо открывать, да? Думаешь, у тебя самая мощная тачка? Слушай, даже не знаю, мощная тачка или... Пошёл отсюда! Элитный деталь, серьезные улучшения и серьезный цин. Я буду теперь так все читать, потому что вторая смс, которая пришла, или твит, или что это такое, или бла-бла. В общем, было с опечаткой. Следуйте по голубым стрелкам на дороге по голубому маршруту на миникарте. По ходу движения следите за маршрутом, чтобы не пропустить резкий поворот. No shit! Поехали, давай! Сюжет! Оу, щет, посмотрите на эту секси-тачку. О, черт, надо ее срочно разбить. Первое, что мы сделаем, это проверим на разрушаемость. Полный сакс, фростбайт движок. Тварь! Пока. Я своих друзей только что убил, но ладно. Я дебил, простите. Спайк. Козел! Ой, трафик. Подождите. Ну надо мне повеселиться до того момента, когда игра меня начнет бесить, так ведь? О, как Need for Speed Rivals меня бесил своей кривожопостью. О, вы бы знали. О, если не знаете, то даже не парьтесь за это. А чё мы такие кетчупные, парни? А чё такое кетчуп у вас, а? Я прям вот чувствую этот кетчуп. Он как сырный соус выходит из твоих щелей, понял, да? Я прям в Макдональдсе столько кетчупа не видел, сколько в тебе. Если кто-то не знает, механика кетчупа во всех NFS-ах есть. Ну, кетчуп. Спайк! Ты лучше спайс прими, понял, да, Спайк? Так вообще было нечестно. Они просто взяли и угнали от меня. У меня тачка-то говно. Привет. Оу, шер. О, не суйся так близко ко мне в лицо, пожалуйста. Я лучше предпочту того мужика, который пытается играть так же, как я... Когда я один режиссер. Эммануэль, тащись-ка сюда. Fuck you, понял, да? Я тоже могу так говорить слова на F. А мне обнимашек. Ну же. Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Я Гордон Фримен без костюма, почему я молчу постоянно, а?
Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. И сейчас у него, короче говоря, под капот и начинает бить ее. Ладно, неважно. Зовут Эммануэлем. Ну а для этих лузеров многовато слогов. Ты компенсируешь, видимо, автомобилем, да, все? У, ничего себе. Ты меня, помню, не за руку потрогал, да? Фредерик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Слышь, ты вообще вали отсюда, понятно, шваль? Хотите есть? Здесь чисто нормальный мужик. Ладно, только я, хорошо. Слушай, куда? Во, иди жри, понятно? Ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. У меня отличная идея, просто глисты. Платит за меня. Не-не-не-не-не, кто последний? Или отличный диетолог. Короче, у меня не получилась шутка, я все засрал, но... Шутка 0 из 10, я понял? Ребят, идите к Логвину смотреть, у него все серьезно. Shut up! Бросай вызов любому гонщику и будь готов, когда вызов бросят тебе. Да всем насрать на эту игру, я буду бросать вызов, по-моему, только искусственному интеллекту. Гонка с Ману. Кто последний, тот и платит. Чтобы начать события, остановитесь на стрелке. Окей. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Но он уже спереди, какого черта? Я не хочу платить! Во-первых, это не мои бабы даже! Я отказываюсь! Эй, Робин! Бобин, Барабек, я не буду за людей платить, понял? Так, подождите, тут же тормоз есть, да? Тут же есть тормоз! А еще есть много, очень много трафика. Очень много трафика, я сказал, Спайк, ублюдок, а! Да вы охерели! Тут вообще тормозить нельзя. О! Нет! Плиз! Нет! Я нажал в первой гонке. Соси член. Да ладно, это просто вступление. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Не, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебе оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайки? А как же, и тем, кто не превышает скорость тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Как им так быстро заказ принесли, а? Вы в кафе были вообще, Electronic Arts? Ты там сидишь 500 часов и ждешь, в клубе говорили. Пока тебе подойдут. Вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да я Вин Дизель. Я когда-то был Ридиком. Чё, и всё, я могу ехать? Зарабатывать реп и играть в Вентуре Бэй можно 5 способами. Пока вы за рулем, все действия будут отображаться наверху экрана в разделах скорость, стиль тюнинг, команды и нарушения. Зарабатывать очки реп и повышать уровень реп, которые открывают новые события. За победы в них вы будете получать... Да спасибо большое! Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка у тебя шумит странно. А может, это Спайка тачка? Да, его, наверное. Ладно, короче, я в гараже. Забегай, движок проверишь. Гайки там, может, какие подкрутишь, если надо. Давай, амиго. Амиго! Бегу, моя крошка! Что-то... Телефоны, звонки, сообщения. Катайся по Вентуре Бэй, можно принимать. Я понял. А можно мне остановиться, пожалуйста? Я тут уже в меню. Я спасибо, игра, понял уже, хорошо. Прости меня, пожалуйста, карт... что? Вот, спасибо. Так, спокойно, тут что-то как-то музычку-то совсем не слышно. Меня, конечно, приходует YouTube, но как бы... Слушай, немножко музычку все равно охота, все равно она за движком... За громкостью движка уходит. Так, а что у меня еще? Вообще что-нибудь есть? Подождите, надо карту чекнуть. Карта, естественно, большая и бесполезная, да? На карте можно находить события, места, цели других игроков Вентуре Бэй. Выберите события, чтобы просмотреть сложности награды за его выполнение, данный спидбол, где отображается испытание ваших друзей. Можно сразу же перенестись к любому событию или месту, но вы упустите шанс заработать реп и другие возможности по пути. Да, серьезно, окей. Телефон сообщение, с помощью телефона... Да я понял, спасибо большое. Так это же опять Need for Speed Rivals! Да идите в жопу!
А, ну да, здесь нету этих полицейских. Фух, слава яйцам. А то в Need for Speed Rivals невозможно было играть. Полицейских был просто, ну, охерительный дисбаланс. Разрушение, вау. То есть, подождите. Я могу разрушать, из этого получать очки реп? Я могу получать в репу, понятно. Ну, вот это, в принципе, логично. Ты уничтожаешь все, получаешь в репу. Все профессионально. Высокая скорость, отлично. По встречной, отлично. Просто за все, ты просто катаешься, и тебе за все дают. О май гад, по встречной и высокая скорость. Изи, лемон сквайзи. Черт, подождите. Это не высокая скорость, что ли? 184 км в час. Нет! Что ты делаешь, тупая игра? Мать твою за ногу, я понял, спасибо. Иди в жопу, я и так еду по своей странной голубой линии. Она настолько голубая, что... Твою мать... Да. Что... ВВР не так относится к этой линии, как я отношусь к этой линии. Почему я еду под мостом, а... Дождь все равно бьет по крыше. Я хз это. Да почему мне за разрушение дают очки? Тут, короче, за все дают очки, чтобы было не так обидно, да, тем, кто ездить не умеет. То есть мне. Подождите, сейчас будет... Дрифт! Блакост, Матощо. Со мной играли люди? Серьезно? А мне сюда, да? Я просто хз, ну, в гараж, наверное.